Всех приветствую, ребят. Сегодня рассмотрим две техники с Делоривы. Один на Делоривы Слип, а со второй мы будем атаковать треугольником. Берем классический захват, набрасываем Делориву, выбиваем ножку, поднимаемся вслед за партнером, передаем руку под ногой, перехватываем отворот и прокручиваем его в сторону, где у него нет упора. Преследуем соперника, колено на животе, сайд-контроль, дальнейшее развитие. Откуда хотите, начинаете атаку. Главная задача взять Делориву, сместиться в сторону Делоривы. Выбиваем ножку, не остаемся сзади, встаем вслед за своим соперником. Одну руку отпускаю, вторую передаю своей руке. Отключаю его в сторону, в которую буду делать свип. Перехватываю отворот, накручиваю, преследую. Также вариация с этой техники. Повторяем предыдущую работу. Соперник понял, что мы собираемся делать, выставляет опору. В эту сторону я не могу его слепануть. Ставлю ногу в упор, отсюда нога, треугольник. Все то же самое, маховое движение. Делорива выбил, передал, взял отворот, кинул, выставляет руку. Ногу для опоры ставлю ему в таз. Вторую забрасываю на спину. Собираю треугольник. С вами был Кайлас Тим, я Риад Джамалбеков, профессор философ. Рады гостям, приходите в гости. Всем удачи!